Вич-доктор. Волджин. Вич-доктор, жрец Вуду, никогда не видел страха, и любой, кто встречался с ним, подтвердит это. Его эксперименты в области дикой магии принесли прекрасные результаты. Он научился лечить раны, кидать банки с парализующими смесями и создавать проклятия, способные отнимать жизненные силы. Конечно, такая сила не может остаться без внимания, и вскоре его эксперименты стали все более разрушительны, и король мертвых сделал свой ход. Ультуем. Поехала первая ультимейтка. Ух, как душится-то! Ух, как душится-то. Ух, как душится-то. Ух, как душится-то. Ух, как душится-то. Дайте рэмпэдж мне. Дай, дай. Дай, дай, дай. Мужчина просто. Ух, мужчина, мужчина, мужчина. Всем здорова, дорогие друзья. Что ж, наконец-таки сегодня у нас гайд на Вич-доктор. Это значит, что сегодня будет весело, так же, как на уровне Огра. И, конечно же, ребятки, так как мы сегодня будем говорить о Вич-докторе, о его способностях, сегодня мы поговорим, как у него работает каски, как работает Вуду Ресторейшн, Маледикт и, конечно же, как работает Дезвард. Сегодня я вам расскажу несколько интересных фишек, поэтому, друзья, не скипайте, не перематывайте, досмотрите, пожалуйста, до конца. Я вас уверяю, это будет просто пушка и хороший геймплей, и, конечно же, отличное объяснение всех способностей. Друзья, все, приятного просмотра. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это каски. Каски — это у нас такая способность, которая позволяет нам задизейблить наших оппонентов. Очень прикольная способность, мне нравится. Прокачиваем ее, хоткей у нас С. У нас тут способность эта улучшается вся по уровням прокачки, поэтому, скорее всего, ее качают в первых рядах. Но лично я качаю 1-3 по данному персонажу, то есть Маледикт раскачиваю и, конечно же, касочки. Хилочек можно на разочек, и вот так, и поехали. Смотрите, в общем, что у нас делает данная способность. Эта способность у нас таргетная, поэтому желательно игнорировать вот таких вот персонажей с линкой, поэтому... Вот так вот произойдет, если вы закинете в линку. Поэтому, друзья, игнорим персонажей с линкой. И я вам покажу, как избежать, так сказать, вот таких вот персонажей, чтобы каски у нас полетели. Смотрите, дальность применения этой способности 700 единиц. Мы закидываем каски. Смотрите, летит такая штука, отскакивает от линки. Да, отскакивает от линки. То есть линка не сбивается, если мы кидаем в другого оппонента. И, конечно же, у нас все продолжается. Отскакивает у нас от линки количество отскоков. У нас зависит напрямую от уровня прокачки. Давайте сейчас по уровням прокачки, а потом основные нюансы разберем. Смотрите, по уровням прокачки у нас на первом уровне 2 отскока 75 урона, на втором 4 отскока 100 урона, на третьем 6 отскоков 125 урона и на четвертом 8 отскоков и 150 урона. Ребят, то, что тут написано урон, этот урон идет именно по крипам. По героям этот спелл всегда наносит 50 урона. Один отскок 50 урона, запомните, пожалуйста. Ведь этот спелл еще работает и на крипов. На крипов он работает по второй системе. По первой системе, если героя оглушает на одну секунду во время того, как вы закидываете банку, и в радиусе 575 единиц, эта каска у нас скачет и оглушает оппонентов на одну секунду, именно героев. Плюс также наносит по 50 урона, когда касочка касается нашего оппонента. Но по крипам это работает иначе, братцы. По крипам это работает полностью, как написано здесь, на уровнях прокачки. То есть на last level будет 150 урона, по крипам и 8 отскоков всего. Смотрите, то есть в крипов я закидываю, и крипы у нас, во-первых, ну, могущественные крипы от 6 левела, они не подвержены большому стану. А слабенькие крипочки и крипы с линии будут оглушаться на 5 секунд каждый раз. Герои оглушаются на 1 секунду, а крипы оглушаются на 5. Не знаю, это такой спелл больше от пуш, так сказать, и какой-то от фарм, что ли, я не знаю. Потому что, ну, каски именно для них действуют прям вот 5-секундный стан на крипа, а на героя 1 секунду. Ну и дэмэдж также побольше на крипов, чем на самих героев. Ну, про колдауны и монокосты
принципе, и так понятно. Колдаун у нас 20, 18, 16, 14. Монокост у нас также улучшается. 110, 120, 130 и 140 маны будет требовать данная способность. Мне очень нравится эта способность тем, что если вы встречаете где-то два героя, которые что-то затерялись там, и вот так вот между ними каски эти бегают, и вы можете очень сильно успеть раздамажить в своей комбинации. Ребятки, это очень прикольно. Ну вот такой вот у нас первый спелл. Надеюсь, он вам более чем понятен. На крипов стан идет 5 секунд. Урон на крипов идет в зависимости от уровня прокачки. А на героев идет стан 1 секунда. И, конечно же, урон на героев 50 дэмэджа. И все. Это, в принципе, все, братцы. Отскакивает у нас, увидели, как в линку кидаешь. От линки не отскакивает. А если от героя, то от героя тогда начинает отскакивать вот эти вторые касочки. Но, конечно же, это такая механика, ну, немного неправильная, я считаю. Но ничего страшного, так сказать. Ну, естественно, не работает на БКБшных юнитов. Это у нас магический урон с касочек идет. Ну и, в принципе, все, братцы. Поехали далее. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это Voodoo Restoration. Да, прикольное название. Заресториться, как я обычно говорю, пойти на колодец, заресториться, да, восполнить хитпоинты. И, конечно же, смотрите, что это у нас за способность. Это у нас хил. Для того, чтобы хилить наших союзников, наших крипочков и все, чтобы было хорошо. Так сказать, лежите под пальмой и ресторите себе здоровечко. Смотрите, братцы, по уровням прокачки эта способность у нас прокачивает количество хила в секунду, то есть сколько хп мы будем в секунду восполнять. Ну и, конечно же, у нас увеличится монокост за эту способность. Монокост у нас будет так: 20, 30, 40 и 50 маны на нас левеле для того, чтобы просто включить ту способность. Прокачиваем эту способность, мы ее уже прокачали, нажимаем V, это хоткей, и у нас включается вот такая аура. Посмотрите, союзники у нас хилятся, это не статус, поэтому развеять его нельзя, но у ВД, видите, это статус, но его тут тоже развеять нельзя. Эта способность будет работать до тех моментов, пока у вас не кончится мана. Идет у нас тут потребление маны в секунду также. По уровням прокачки оно также прокачивается. Смотрите, потребление маны в секунду на первом левеле 8 маны, на втором 12, на третьем 16, на четвертом 20 маны в секунду будет требоваться для того, чтобы хилиться. Ну и, конечно же, для того, чтобы активировать эту способность, как я уже говорил, будет требоваться мана также. Смотрите, мы можем вот так вот баловаться и будем терять ману. Поэтому это, как бы, ребятки, непрофитно. Посмотрите на нашу ману, 500 уже 490. То есть мы включаем, выключаем, тратим по 20 маны, и, конечно же, от этого толку нету. Поэтому с этим нужно поаккуратней, так как на last левеле будет 50 уже маны требовался для того, чтобы включить. И, конечно же, нажимаем, и посмотрите, какой эффектик. Посмотрите, все хилятся. В АОЕшке 500 единиц, все хилятся. Крипчики будут хилиться, герои хилятся. Всем будет хорошо от того, что мы пришли в драку. Это прям реальная тема, потому что по уровням прокачки, как видите, на ласт уровне 40 хитпоинтов в секунду. Это очень-очень дико. И с потреблением 20 маны в секунду, я думаю, это не столь будет затратно в лейтгейме, потому что у Вич-Доктора очень много интеллекта. Это хороший маг, я считаю, и очень полезный. И поэтому не качать под вторую способность, конечно же, это, наверное, глупенько. Но и тем не менее, в лейт-гейме она очень-очень сильно помогает. Ребятки, хотя бы на разочек хилочек иногда можно взять. Но я иногда, так, знаете, пренебрегаю и все-таки не беру хилочек и раскачиваю жадно первый, третий. Конечно же, это, ребятки, неправильно. Иногда там возьмите на линию в разочек хотя бы. Одна фласка маны, она, в принципе, перебивает вот этот хил. Ну, как перебивает, мана все равно чуть-чуть уходит, но тем не менее вы отхиливаетесь и стоите на линии более уверенно, если вдруг вы играете в саппорте. Так что, ребятки, вот такая вторая способность, это хилочек, и, конечно же, это все. Поехали на третью способность. Итак, друзья, переходим наконец-таки к Маледикту. Посмотрите, сколько я времени уже тещу. Уже час я просто сижу на теории. И, конечно же, для того, чтобы понять, как работает у нас Маледикт, я вам постараюсь хорошенько изложить эту способность вкратце, но тут вкратце не получится, потому что очень много нюансов. Братцы, смотрите, эта способность у нас имеет АОЕшечку. Прокачиваем, хоткей, Е. Вот такая маленькая АОЕшечка, 180 единиц. И дальность применения этой способности 525 расстояния. То есть на расстоянии 525 вам нужно подойти, чтобы закинуть эту способность. Для того, чтобы понять, как эта способность работает, нам нужна будет еще хилочка, поэтому мы ее сразу заранее пропишем. И, конечно же, посмотрим, как работает эта способность. Потом перейдем по уровням прокачки и прочей теме. Ребятки, эта способность идет 12 секунд. Это первое, что нам нужно знать. Далее, накидываем способность на наших оппонентов. Троих зацепим. Закидываем. Смотрите. Пошел. Дэмэдж. Смотри, какой-то ДПС есть. И первая волна урона. Вторая волна урона. И третья волна урона.
Смотрите, видели? И какие-то циферки. 43 и 15. Эти цифры — это конечный урон, который получит персонаж за волну. То есть в течение 12 секунд, каждые 4 секунды у нас идет волна. Волна, которая наносит урон. Наносит урон. Понимаете? Понимаете, я думаю, понимаете. То есть таких волны у нас 3. И как этот урон делится, я вам сейчас постараюсь объяснить. Смотрите, во-первых, по уровням прокачки, что у нас тут написано. Помимо того, что когда мы накидываем маледикт, у нас есть волны, у нас есть еще damage per second. При этом damage per second увеличивается у нас по уровням прокачки. На первом уровне 5 хп в секунду уходит, на втором 10, на третьем 15, на четвертом 20 хп в секунду будет уходить. При этом КД у нас 20 секунд этой способности и монокост 120 маны. Очень маленький монокост на эту способность и, конечно же, это очень сильно радует. Далее. Количество дэмэджа, которое мы будем получать во время волн. Очень-очень-очень-очень простенько. Братцы, смотрите, тут написано вообще по уровням прокачки так. 16 бонус дэмэджа за каждый потерянный 100 хитпоинтов. Это на первом левеле. Давайте так разберем. Если 100 хитпоинтов, это у нас 100%, а 16 бонус дэмэджа, это у нас 16%. То есть получается 16% от нанесенного урона мы будем, так сказать, наносить за волны. И дальше так процентовочками и будем разговаривать, чтобы было более понятно. На втором левеле 24% от нанесенного урона, на третьем левеле 32% от нанесенного урона и на четвертом 40% от нанесенного урона будет у нас переходить в волны. И самое-самое интересное, что есть в этой способности. Эта способность проверяет значение текущего здоровья на данный момент. То есть, когда вы накидываете проклятие, эта способность начинает проверять потерянное здоровье. Если оно у нас, как, смотрите, дословно, урон основан на разнице между текущим здоровьем героя и его здоровьем на момент применения проклятия. То есть, получается, смотрите, мы закидываем маледикт. Почему одной ЦМ-ке наносилось урона меньше, а другой больше? Посмотрите. 3,9. То есть, эта ЦМ-ка, она у нас регенится чуть побыстрее. И способность у нас считывает, что эта ЦМ-очка у нас хапает урона меньше и поэтому наносится меньше. А эти ЦМ-ки получили больше урона, потому что они в данный момент имели здоровье немного меньше, чем здоровье имела вот эта ЦМ-очка, которая подвержена регенам. И поэтому теперь спросите вы, зачем ты брал хилку на ЦМ-ку? Я вам сейчас это просто докажу еще раз. Сначала я покажу вам, как у нас ЦМ-ка хапанет просто с двух вот этих тычек, допустим, две тычки и все, и поехало. Смотрите, этот персонаж просто стоит с пустым маледиктом, а этот получил 2 тычки. 77 урона и 24. Разница, смотрите. Я ведь всего нанес 2 тычки. 109 и 43. Разница большая. И теперь самое-самое-самое интересное. Про то, что я говорил, способность считывает полученное, вернее, потерянное здоровье. Теперь смотрите. У нас эта ЦМ-ка, допустим, окей, вот так вот сделаем. На первую волну ей нанесется 31 урон. Теперь мы хилимся. 20 урона, урон уменьшился, но хилочка сбилась у нас от волны, как вы видели. И, конечно же, урона нанеслось все равно меньше. То есть, если персонаж подвержен хилу, то и урона будет 0 по данному персонажу. Эта способность работает как в одну сторону, так и в другую. То есть, как вы поняли уже, наш маледикт, он постоянно считывает количество здоровья. То есть, неправильно думать, что если вы, допустим, вот так вот нанесете дэмэджа, смотрите, наносите урон ЦМ-очке, она сейчас, смотрите, за первую волну 53, за вторую волну она получит 122, а тут хопа, ей хп все захилили, и она получает всего 6 урона, но потому что у нее тут маленькое вот это значение. То есть, здоровье, она постоянно считывается на маледикте. Как написано дословно, ребят, прочитаю вам дословно, чтобы, возможно, вам было более лучше понятно. Проверяет значение текущего здоровья задетых юнитов 4 раза. То есть, первый раз, когда мы накидываем, это, то есть, первый эффектик. Второй раз, это первая волна. На третьей, это вторая волна. И третья волна дэмэджа. То есть, понимаете, вот эти волны, о которых я вам говорю. Смотрите, первая проверка здоровья сейчас была. Сейчас будет вторая проверка, но это первая волна дэмэджа. Вторая волна дэмэджа сейчас будет. И третья волна дэмэджа. Каждые 4 секунды эти волны дамажат. И далее, смотрите. Когда проклятие применяется, остальные каждые 4 секунды в течение длительности способности проверяется вот это здоровье. Урон основан на разнице между текущим здоровьем героя и его здоровьем на момент применения проклятия. Понимаете? То есть способность считывает. Еще раз говорю, считывает. Я просто уже устал объяснять это. То есть она проверяет текущее здоровье на данный момент. Если здоровье ушло у нас в минус, то этот бонус идет
То есть так считывается, ага, если здоровье ушло в минус, то значит от этого минуса 40% еще мы сверху нанесем. А если, у нас здоровье не ушло в минус, то есть, соответственно, и дэмэджа мы не нанесем. Очень-очень жесткая способность, очень тяжела в понимании, но легка в применении. Просто накидываем на оппонента, дамажим его, и он взрывается. Ведь в драке, как правило, того, кто находится под маледиктом, никто не сможет подхилить. Но если вдруг смогут подхилить, то дэмэджа нифига не будет. Надеюсь, вам более чем понятно. Ребятки, вот такая способность. На БКБшных юнитов она, естественно, не работает. Эта способность наносит у нас магический урон. И, конечно же, вот такая вот жесткая, ребятки, способность. И, надеюсь, вам она будет понятна. Ведь я старался вам более чем внятно объяснить. Ну и, конечно же, не стоит забывать, что способность идет 12 секунд. Накладывается ДПС в течение этих 12 секунд в зависимости от уровня прокачки. И, конечно же, процентовочка от нанесенного урона будет у нас наносить дэмэдж по волнам. И не стоит забывать, что эти волны можно проигнорить, так сказать, захилив союзника, если вдруг на союзнике лежит маледикт. И, в принципе, это все, братцы. Поехали на ультимейт. Сейчас будет тоже очень интересно. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это Death Ward. Как видите, мы его уже прокачали, по уровням прокачки чуть позже поговорим, хочу сразу рассказать, как работает этот вард. Мы прокачали у нас эту способность, как видите, красная надпись Channeling, это значит, что наша способность перерывается какими-то станами, сайленсами и прочей всякой темой. Это очень плохо, потому что способность очень сильная, ее нужно как-то контрить, видимо, это какой-то баланс. Ну и, конечно же, видно монокост. Монокост у нас на эту способность всегда 200 маны и КД 80 секунд. Давайте уже таки поставим. Ставим вард, ходки у нас D, ставим вард, дальность применения поставки вот этого варда, то есть как поставить его, у нас 600 единиц, то есть на радиус 600 единиц, то есть мы вот так вот заходим за деревце, ага, и знаете, и 600 единиц, и ставим вардик, и вард у нас начинает атаковать наших оппонентов. И смотрите, этот вард имеет у нас хаос атаку, вы, к сожалению, не видите, но я это вижу, очень большая скорость атаки у него, и, конечно, смотрите, у Цемки 2600 хитпоинтов, и, конечно же, очень-очень быстро они почти эти хп закончились. Но этот вард у нас имеет, как так бы, так сказать, первый уровень дэмэджа, и, конечно же, дэмэджа не сильно много нанеслось. И что ж, продолжаем обзор. Смотрите, по уровням прокачки у нас будет наноситься так урон 60, 105 и 150 хаос дэмэджа за каждую атаку вот этого варда. При этом, помните, как на 83 было? На 83 карте у нас идет отскок дэмэджа без аганима уже родной. Но тут, к сожалению, этот отскок убрали и добавили 4 отскока с появлением аганима. А на 83 карте, как вы помните, просто шло разделение. То есть вард просто бил несколько целей. Но и ультимейт в пассиве имел отскоки. А тут этих отскоков нет, но есть отскоки с аганимом. И о ганиме мы будем чуть-чуть позже разговаривать, досконально посмотрим все и приколимся. И, конечно же, смотрите, наша ультимативная способность, так выразимся, имеет параметры. Именно давайте рассмотрим этот вард, когда он будет стоять. Смотрите, ставим этот вард, он у нас имеет хаос дэмэдж, как я уже смотрел, magic resistance, но этот вард у нас, он все равно его никто не сможет потрогать, пока вич доктора либо не собьют, либо пока он сам не собьет эту себе способность. И что ж, дальность атаки этого варда у нас 700 единиц. Скорость снаряда 1000, то есть 1000 скорость полета. То есть если вы вот так вот, вот стоите, хапаете, то есть, допустим, вардик переагрим, и вот так уходим, и за нами вот эти вот пульки летят, как бы, да, и это очень-очень жестко. И, конечно же, у нас вард, также можно им управлять. Да, это, наверное, для вас будет новой, так сказать, новостью, но этим вардом можно управлять. То есть, допустим, он бьет эту цемку, а нам надо эту, и мы переагриваем его. То есть, это такая прикольная тема. Вдруг, если вы в толпе поставили ультимейт, то вам нужно будет, наверное, переконтрить на лоу хэпово, вы сможете это сделать сами, но это нужно делать аккуратно. Но есть такая приколюха, смотрите, что, когда мы ставим дезвард, если мы нажимаем идти, герой не идет, и нажимаем атаковать, и персонаж, так сказать, применяет действие варда вот этого. То есть не стоит вам бояться, что после того, как вы закастуете ультимейт, вы сможете себе как-то это сбить. Вы сможете сбить только если уберете с контроля вард и нажмете соло на себя и пойдете. Только так вы сможете сбить себе эту способность. Ну и что ж, давайте, наверное, прокачаем ультимейт немного посильнее. Давайте еще разочек возьмем левел и посмотрим, сколько урона будет наноситься. В принципе, по ультимейту тут уже все понятно. Ставится вот такой вот вардик, его можно контролить. Он может душить все, что движется. Вот так вот можно душить.
И это прикольно, братцы, это прикольно. Этому варду пофиг на блейдмейл. То есть, так как вард является источником урона, то, соответственно, варду наносится этот урон, который он наносит оппоненту. Но вард у нас неуязвим. Соответственно, урона наносится щищ. Вот и все, братцы. В принципе, я считаю, что тут более рассказывать нечего. Ставится вард, атакует быстро, дальность атаки 700, конечно же, сбивается этот вардик у нас. Просто банальным станом в Вич-Доктора. Вич-Доктор у нас под ченнелингом. Ну и, конечно же, думаю, сейчас стоит опробовать Аганим, друзья. И, конечно же, прокачаем ульт на ласт левел и посмотрим, сколько можно максимально нанести дэмэджа в течение 8 секунд длительности данной способности, братцы. Поехали. Итак, друзья, переходим уже к нашему Аганиму. И что ж у нас, как видите, у нас тут есть такой красивый эффектик, который у нас унаследовался, так сказать, с поднятия вот этого Аганима. Какое-то вот что-то вот такое, как будто течет, что ли. Как будто, знаете, как у Пуджа такой же эффект, только у него больше этого эффекта. А у Вич-Доктора тоже так вот посох светится как-то. Ну, прикольно. Тоже мне нравится, очень интересный эффект. И самое интересное, что у нас добавляются отскоки. Радиус отскока у нас 650 единиц. То есть на 650 единиц еще будут отскакивать у нас дэмэджи с ультимейта. И знаете, что самое интересное есть на этой способности? То, что я не учел тот момент, не рассказал вам, что эта способность бьет только герои и иллюзии. В принципе, она считает приоритетом только этих персонажей. Крипов она не бьет, эта способность. Поэтому как бы не надо ставить на крипов, ребят. A few moments later. Там Акс, блин, стоит. И Вижена нету, я не дамажу. Боже, что за фейл. Сорян, что я это не сказал, но сейчас как бы мы продолжаем разговор по ультимейту. И, конечно же, для вас это будет очень важная информация. Ну что ж, поставим, наверное, вардик. Давайте докачаем до последнего левела и посмотрим, на что наш вард способен. Ультуй, мы пошли, смотрите, отскоки. Ля, как скачет. Скачет и, получается, еще заходит до сюда и начинает отскакивать вот так вот. И этой ЦМ-ке больше всего нанеслось, потому что она имеет у нас вот так вот, такой вот обход, да, то есть получается, смотрите, у них 10 тысяч, 10 тысяч хп и 7 тысяч хитпоинтов снесло этой ЦМ-ке. Это жесткий ультимейт, ребят, то, что может очень-очень много наносить урона. Смотрите, ну а что ж, теперь давайте посмотрим так, берем вот так вот и пошло дело, смотрите. Ой-ой-ой-ой, 10 тысяч хитпоинтов ЦМ-ка, она сейчас просто умрет. 2600 дэмэджа просто. А тут сколько сейчас нанесет? 200. Жесть. Вы просто посмотрите на это. Это, блин, это жесть. Что делает этот персонаж с Аганимом? Прям нурили жестко. И эти отскоки, причем они работают так, что они могут между собой вот так вот скакать. Причем 4 раза могут отскакивать, ребятки. И это очень прикольно. Вот 10 тысяч хитпоинтовую ЦМ-ку у нас убивает. То есть, понимаете, да, сколько урона наносится? И они прикольно скачут, то есть вы отменяете даже, и они продолжают некоторое время еще скакать. То есть получается 4 отскока. Как отскоки работают? Пулька летит, раз, зацепила, первый отскок, раз, второй отскок, два, и третий отскок, три. Все, и на этом заканчивается. То есть, понимаете, ну, отскока 4. То есть, получается, смотрите, как я ж немного аж запутался, мне аж хочется разобраться. Смотрите. Видите, как они бегают? То есть, получается, раз отскок, два отскок, три отскок, четыре отскок. Вот, вот так вот будет правильнее. То есть, тык-тык-тык-тык-тык-тык, вот так начинает долбить. Против, ну, вот как вот каски работают, примерно так же работают у нас и отскоки, ребят. В общем, вот такой вот у нас обзор сегодня на персонажа вышел, братцы. Я надеюсь, он вам очень понравился. Очень тяжело было объяснить вам Маледикт, как он работает правильно. Конечно же, я думаю, никто не сможет лучше, чем я, объяснить. Но, конечно же, вы в любом случае можете все сами посмотреть на сайте iCup. Обязательно рекламирую iCup. Так что, ребятки, ссылки в описании. Смотрите на iCup-платформу. Меня не просили, просто мы там все играем. И как бы поэтому я как бы делаю гайды на iCup. И... как на iCup, делаю для вас, делаю свои гайды для вас, по сути, это не к iCup относится, ребят. В общем, ну мы все просто играем на iCup, и как бы iCup занимается этой картой, я решил просто эту карту немного, так сказать, подвигать. Конечно же, потому что я раньше играл в Dota 2, и в Dota 2 этот патч 85 был актуален, я только начинал во вторую доту играть, и это было реально очень интересно, и, так сказать, ностальгия. Вернулся в первую тупо для того, чтобы поиграть на этой карте, братцы, и это очень интересная карта. Карта, так сказать, с понятными
кнопочками. В общем, друзья, пожелаю всем приятного просмотра. Спасибо, что следите за моим творчеством. Спасибо, что подписываетесь на канал. Сейчас вы увидите геймплей на Witch Doctor в четвертой позиции. Ну и, конечно же, в керри позиции. Как же по фану не собрать керри героя? Ребят, первая игра — это то, как надо сыграть. А вторая игра — это фан. Чтобы мне не говорили там, чему ты Азиас учишь. Господи, мы развлекаемся тут. О чем ты? Чему я учу? Учишь в керри собираться, ты что, дурачок? Нет, ребят, вы же видите, я же говорю это, что по фану. А те, кто думают, что они правы, то они какашки. Ну вот и все, братцы. Поехали смотреть жесткий геймплей. Желаю всем приятного просмотра. Гоу. Ох, ребятки, что сейчас будет? Это Witch Doctor на четверочке, братцы. Сегодня мы, конечно же... Ой, надо немного камеру подвинуть. Повыше. Там, мне кажется, как-то не очень. Сижу такой, как эркек. Хорошо. Четвертая позиция. Хорошо. Ребят, Witch Doctor — это у нас саппортик. Это у нас интересный геройчик, который душит сапи. Это у нас алпик. Поэтому берем. Оп, Witch Doctor. Witch Doctor. И поехали. Так, берем. Вот такую штуку. Конечно же, Мурлока взяли, как обычно, классика жанра. Так, возьмем хилочку, манку и поехали разносить. В общем, что я считаю нужным делать на данном персонаже? Конечно же, возьмем варди, так как мы... Ну, мы не фулл саппорт, мы четверка, мы купили куру, один вард этого достаточно, в принципе, для геймплея. Вообще, в приколе, блин, вот ну реально, третий спел — это реально пушка. Вот я обычно, если файты на руне какие-то, я всегда беру третий, потому что, когда маледикт накидываешь, лучше не хапать дэмэдж. Реально, вот, ну, если на тебя накинули маледикт, лучше дэмэдж, ну, не получать, ребятки. Это реально круто. И вот такая вот игра. Сейчас попробуем пофаниться. Возьмем глимеры там и будем выходить свои аганимы. Боже, хаос дэмэдж, это просто жестко. Я четверочка, братцы. Тут дядя Женя у нас. Да. Готоп саппортит. Да, ну, будем убивать. Ну, на низу постоять. Ну, го. Ну, го. И комбоком. Талдино! Рэй Биуи. Снайпер. Санткунга, блядь. Я приду. А, Океанис. Океанис. Sacred Warrior. Будем с Варда его душить. О, я не попал третьим в упор. Осуждаю. Он забоялся, парень ушел просто. Гонис. Гонис. Третьим не попал. Ну, третьим, если честно, тяжело попадать. Очень маленького ешка. Все, отмазался, ладно. Отмазался, ребят. Знаю, я хочу, чтобы я не фармил, а чтобы, блин, фармил керри наш. Типа, ну, у нас керри нет. У нас на топе Рикимара. Азурейт. Азурейт еще не вышел, но гайд на Witch Doctor уже пишется. Райбиуэ. А что, я буду фармить, да? Это такое. Продушить сразу. Ты шо? Женя, го душить. Торрент качественный. Ну, в принципе, как первый маледик. Давай, души. Опача. Хорош, туши с руки. Закреветкали. Креветка. Хорошо. Отлично даже. Хилочка есть, все есть. Берем спажок. Странно только вот, вот эта тема, что мы типа фармим. Это забавно. Аксов взяли. Наш герой танков фокусит по-страшному.
Наш герой танков фокусит. Пойду прогуляюсь. Финика, победили там. Да, бегу, чойсма. О, там хила нету, снайпера, ничего нету. Можно выйти на мид, в принципе, попробовать маледиктом задушить. Я всегда раскачиваю маледикт, мне по кайфу почему-то. White will be Kriven. Ушел на руну. Парень. На руну ушел. Нет, у меня хила, братан. Так, забрал. Вон на топ такую перебежку. Мощную. Мощную, бежим. Эффект неожиданности будет. You seek me help? Да, бегу, чуйсма. I be way. Не знаю, такие пацаны, что тут заход делают. Ну, этому пацану ГГ точно. Нет, это арканы копейки. Хорошо. Аркана 200. Seek me hell, говорит. Мне нравится УВД, хороший дэмэдж с руки. Можно аркану добушить и можно каточку выиграть. Так, мы такая, 7 и 4 получается. О, ля, добиватель. Вот этих крипов добиваю всех и пушкой. Странно. Пугает меня. Ини. Ладно, я ушел, не даст он мне тут аркану добить, Тини. Я пошел. Не дает. Уже не там, как дела? Пойдем на мид выйдем. Выйдем. Ауздино. Рэйбиви. Сейчас он выйдет. Леончик. Если подбайтит, будет хорошо. Байтит. Я бегу. А тавром чуть хапнем. Умрет. Все, умер. Умер. Он умрет стопроцентно. Хорошо. Есть арканчик. Арканчик. ВЦ возьмем вот так вот. И арканчик ждем свои. Ману дам, пойдем пацанам дадим ману. Как раз роумим мы. Умер. Хорошо. Еще погиб парень. Или не погиб? Лол, не погиб. О, погиб. Таки тик. Доковырял его. Тик таки его доковырял. Ну, поэтому с маледиктом я кайфую. Эсси, пойдем на мид. Go. Вот, вот что должна четверка делать в игре, это вот такую беготню делать и все. А ну. Классика жанра. Че, он уходит, да? Оп. О, отлично, еще каска в него отлетела. Хорошо. Пойду на базу схожу. Возьмем стечок сейчас. И на низ погнали. Так, стечок, говорите, да? ТП-шечку. Достаточно. Можно смачок взять, братцы. Со смачком можно хорошие ганги делать. И поехали. Пич-доктор это роумер такой сильный. На лайне можно саппортить. Как хотите, можете вертеть этого героя. Так, давайте два хила возьмем. Дадим ему на жопу. А. Сейчас захилится. Хорошо, я шестой как раз апну. О, как хорошо-то. Хорошо просто, Женя. Попадает корабликом. Он рандомно зашел. Вот у нас наш дядя Женя. Такой вот он, проказник. Рандомно заходит в катку. Бич доктора мало хитпоинтов. Го-го-го. Побоялся. Побоялся Акс подходить. Понимает, что Бич доктор вот так вот может просто уничтожить. Ладно, не будем рисковать. Давайте, знаете, что сделаем? Зайдем в рушпит.
Нажмем смычок. И испарился. И испарился. О, ультимейт есть. Страшно, вырубай. Вдвоем должны убить. Тучка. Иду, 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 иду. Простаню. Не успел. По-моему, мой косяк. Все же. Не успел я немножко. Глимерок, ребят, первый артефакт наш. Глимерок. Подфармливаем чуть-чуть на меду. Маледик в четверочку и поехала душить соляру. Можно хилочек брать, если вы саппортик на линии, братцы. Поэтому не забывайте. Если вдруг вы саппортите по максимуму. Я четверка, я могу варды ставить, могу как бы гангать. Я четверка, мне дозволено в принципе все на этой карте. Могу вардики поставить. Если, блин, единственное, до меня доковыряется Хускар. Вот так вот сделаем, этот умрет. Это сейчас тоже умрет. Забыс, забыс. Прикольно. Держи. Жесть. Можно в аганим будет войти. НРГ. Откидываем в крипом. Крипов откидываем. Запушим быстренько. И банки склянки берем. Женя, ты погиб. Держи в курсе. А, нет. Креветку спогиб. Ля, не надо, блин. Он там, он жирный, жесть какой. Окей, го убить с руки. А можно склянку в него? Найс. Наш крест. Let's go. Хорош. Вот оно что значит, дядя Женя. Хилимся сейчас и домой придем. Пойду на руну поставлю вардик. И гоу, мы сейчас огонь будем собирать. У нас есть два основных артефакта для саппортинга, а именно это. Вот, вот этот глиммер кейп. И, конечно же, вот сюда поставим вардик, чтобы было видно подходик. Все, и хорошо. И нам видно руну и видно подход вот этот. Вот сюда не поставил, потому что тут вот, вот эту зону будет видно. Нам вот это вот. Тут, конечно, можно пройти, но, скорее всего, через луну в любом случае будет проходить. Так, гоу. Хочу в лес, на самом деле, пробежаться, но я знаю, что Леон где-то поставил вард. Что-то бы на хитпоинте сделать мне, у меня 700 хп, жесть. 700 хп. Ну, гоу на топ, подойдем. Снайпер там душит. Гемару сейчас придут убивать, а я тут хоба! О, там внизу пришли убивать. Три низ. Потей. Да, бегу, Чойсман. Он меня здесь увидит, крипа. О, Сандкунг там еще. Не, на меня не надейтесь, могу залагать. Ничего страшного. О, крипчиков задушим. Классно, мне нравится, как дэмэдж на крипов работает. По кайфу. Стан еще этот долгий, 5-секундный. Класс. Че, файт нужен? Гоу, поделаю. Сларку ГГ там. Стой. А, Тоби ГГ. Можно, знаете, что делать? Вот так вот? Вот так и вот так вот. И пошла душиловка. Хорошо. Не подлагивает у нас что-то. В чем прикол того, что я собрал глиммер еще? Я могу ультануть и типа засунуть себя в инвиз на ранней стадии игры. Это очень круто. Это очень круто. Как жалко, не добил. Хочу поинт бустер.
убил. О, так что там тавара нет, да? Че, на топе кому-то помощь нужна? Ой-ой-ой, Рикимару убивают. Блин, ну Тини лагает, нас походу четверо будет. Жесть. Потная, походу, катка будет, ребят. Хотя овнем нормально, подроумил. Неплохо вроде. Берем ТП-шечку одну, погнали по низу. Низ гопуш. Низ. Кто там он идет еще? Вартик. Души, души, Женя. Оу, ЦГГ. Ну, я выживу тут в любом случае. Мне пофиг вообще на ульт будет. Как знал, что он сюда пойдет. Как знал. Все, хорошо. Хил я не беру даже на раз. Не знаю почему, ребят. Но хотя хил даже на раз, это очень круто. Но, блин, каски вот они так могут затащить момент один какой-нибудь. Ой, там Сларк фидонит. Пойдем маны дадим всем ребяткам. Ух. Сларк, конечно, немножко не доигрывает. Ничего страшного. Не все мы сразу профессионалами были. Хотя у него 2-6, парень. Че? Не теряется, душит. Блин, никого не добил. Никого не добил. Гоу, поинт бустер. Хочу аганим, ребят. С аганимом это просто пушка. Вообще, я в шоке. Не, брат. Гоу. Кто-то тпшится еще. Ля, вар сбивает. Интересно, кто добил, я или он. Сларк там нифига себе в инвизах бегает. Гоу-гоу-гоу. Ах, сбил таки. Но мы его не пробьем, Женька. Женечка моя. О, вот это я люблю. Это я люблю. О, ЦГГ, походу, да? Это я люблю. Стань, Сан Кинга. Ух, это сурвайв просто. Like a pro. То есть. Типа вот так, знаете? Ну, это классно получилось. Почти. Fukui-san. Yes, go ahead. What the Iron Troll is doing right now is putting heads in a pot. They have to boil it for 20 minutes so the eyes can be used in a second dish, an iron raspberry sorbet. Sounds good. Sounds good. I hear the summons. Да, гоним, в принципе, считанные копеечки. Таздинго. Таздинго. Задушу. Каточку. Там хилс. Чуть до аганима, я, в принципе, я бы подфармил, братцы. И в БКБ надо выходить. Прямо в БКБшку рашить. Вот там никто не сможет нам сбить ультимейт. Если будем в БКБшке. Единственное, кто сможет бить, так, с агрой, и все. Так, с агрой. Собьет и ГГ. ГГшка. Так, парни на низу хутка дудосят. Давайте каски закинем сюда. Каски. Эх, не добил. Вот так добью. Я себе только руини крипов так. Пофиг. Пофиг. Чуть остается. Самое классное фармить с касками. Просто каски они дамажат, когда отлетает она уже наносит урон. Конечно, непонятная немного механика, то есть, ну, вот так работает. Мне нравится, что надолго станет. Так, есть. Исик Михел. Визабилити. Добра. Визабилити. Ай, хиади, самонс.
чуть-чуть остается, да, огонечек. Я хочу подбайтить немного. На куначку. Куначка. DDX. Байтит. Невада реконнектит. Тут за гейм. Печалька, мы без теника будем играть. Делаем БКБ, будем разносить рэмпейджи, просто делать, парни. Так что нечего тут париться. Я не хочу кикать его. Парень играет катку. ГГ. Что у нас получается? Все, отлагал парень, это радует. Ай, Хильсон. Прикиньте, как если в РП жахнуть. Блин, ну если он так будет сейчас лагать, типа, ну, не. Если так лагать будет, не получится у нас ничего. Потому что так не хочется, чтобы была и такая вот игра лаги. Вот так, ну, блин, так не очень сейчас. Что такое? Не очень, не очень. Не уверен я в наших действиях, которые сейчас будут, я... Я топ-фидер на карте. Блин, так долго, да? Долго, жесть просто. Вот этот тиник лагучий. Лагучие. Гуччи, флип-флап, вот эти вот. Водичка ждем. Таз динго. Таз динго. Хучи флип-флоп. Таз динго. Да, еди соманс. Блин, жалко, жалко. Жалко, ну тика. Ладно, мы прождали время. Сункунга идет еще. Бро, я подсейвлю. Брат. Подсейвлю, если что. Ля, Акси. Пойдет. Слишком много их тут. Но можно цепануть. Леончика. А че крипов бьешь-то? Жесть, я жирный. Ля, мы раскатали, да? Вот как чувствовали, что тут кто-то еще будет. Как чувствовали, да? Акс после агры, конечно, такой уязвимый для меня. Я сейчас просто отожранный прям нароумил айтемы свои. А нароумил айтемы. И очень жирненький. Это ему ГГ. За потерянное здоровье ему будет ГГ. Креветку спогиб. Б. Все, что подсейвлю. О, б. Б. Хорошо. Регенимся. Let's go. БКБшку делаем, парни. Хорошо. Парник собьем тут. Отличный.
Предлагаю пойти на мид. Что там у нас? Пол БКБ надо взять, да? Берем Огри Каксик. Будем душить по чуть. 6, конечно. На Вич-докторе. Овнедж. Часа тоже как Огр этот герой, чисто по фану. Блять, вард сняли. А, ну я там сентри только воткнул. Время везде сентри ставить. Давайте вот здесь сейчас поставим. Сентри, опс. Нормально. Сейчас день как раз будет, скоро ночь, и этот вард будет более чем рабочий. Только сначала надо прочекать. Здесь так вот делать. Идиот. Так, ну креветки ГГ. Задушили. Я подхилить могу. Дойди, подхилю. Готово. Там Сан Кинг. Женя агрессивный. Бежит просто. Подсейвлю. Ходим. Аксик там. Хилю. Для кого хил держу, непонятно. Так. Хорошо. Я хочу файт прям качественный. Рикимару подхилим. Оп, есть. Блин, у меня маны на все хватит. Я хочу забайтить драку и прям такой он акс стоит. Прям чтобы... Байтите. Хочу драку хорошую. Полетел. Снайпера хочу, чтобы там или кого-то убивали. Я прям ультимейт качественный поставил, чтобы бах-бах-бах-бах. Не боятся даже парни начинать. Ну, там СК или... То есть Сларк начнет. Сларк начнет, наверное, с креста. Где ты? Он меня прям ждет. Только меня ждет. АФК. Где ты, спрашивает. А я АФК, братик мой. Ля, промах. Если бы не промах, да, прикинь, как бы переиграли. Отлично. Минус Рики. Если Женя подбайтит. Нужно, чтобы кто-то прям жестко подбайтил. Я так просто в наглую. Блин, был бы у меня этот. Дагер, ладно, гоу фармить. Пофиг. КБшку сделаю, буду в наглую. Акса только надо будет отзонить и все. Скоро 16 как раз таки. Сейчас 15 апнули. Быстренько сейчас выфармим. Давайте БКБшку рили сейчас быстро выфармим и пойдем просто. Смотрите, у нас тут такая ситуация, что нужно выходить сейчас. Так как я четверка, я в принципе обязан выходить в полезные артефакты. И вот Аганим будет очень полезным артефактом в этой катке. Ой, Аганим, БКБшка. Пол БКБшки есть, он на миду трое. Блин, если сейчас так хороший ульт поставить. Гоу. Гоу. Прям хочется. Цепляйте, иду. На Леончика проказ дается. Оп, задушено. Я иду. Тут. Хорошо, каски пошли. Ладно, держи. Это тебе. Это тебе, братан. Он меня хейтит. Почему я? Так ты хейтишь меня. Хоть один красивый ульт будет, интересно. Это не хейт. А что это? Жесть. Так, ну что там, почти есть, да? Блокинг бар. Можно будет в наглую дагер купить, блядь. Блин, и прям задушивать. С даггером.
5 секунд еще фармим. За 30 секунд я не выфармлю, конечно, Аганим, но... Ой, Аганим, БКБшка. Урболги погибли. Вот вы бикриби. О, Аркана на базе у нас. Так это ж БКБшка. Аркану заберем, продадим. Мы же браконьеры. А мне надо, знаете, что заныкаться как-то. Самый нужный момент выпасть. Такие, ава, а тут я. Вон, вот как сейчас, смотрите, прыгают. Говорят, тыщ, пищ, пищ, пах, пуч, пуч, пуч. И все. Ура, подфидели, пацаны. Это хорошо. Это хорошо. Так, арканчики продадим, наверное. У Женьки тоже арканы. Вот так вот сделаем. Все, покупаем Black King Bar и Dagger next. Вот так вот. Поехали. Жесть. Я уже в предвкушении, да, ребят? Вы делали РМПч когда-нибудь на таком герое? Я делал. Хочу еще. Сларк Лотер Сейдж. Аздингон. Оп, креветку спопался. Ему ГГ, тут слишком много дэмэджа. Лопнул. Просто лопнул парень. Сларк 2.10. Ничего страшного. ПДшка. Кого сейчас вардик разобью? О, Аксу ГГ тоже. Снайпер настрелил. А, там БМ. БМ. Ну, не должны убивать его. Но если снайпер ультанет, там он ультует. Успеет дергнуться? Не успел. Дабби гуд чойс, ма. Дабби гуд чойс, ма. Ну, снайпер какой агрессивный, посмотрите. Вот, вот надо гайд писать как. Ой, вместе встали. Ладно, го ультанем. Жесть. Это просто овнедж. Только я хочу пятерых. Жесть, конечно. Я топ пошел. На даггер фарм. Рампагу бы. Для пущего. Хорошо. Копейки остаются. Я сейчас тичок сейчас продам. На топ пойду. Прикольно будет, если они в пятером на меня нападут. Я успею все кнопки нажать. Акс загорит, и я не умру за 3 секунды. Хотя я умру за 3 секунды, потому что там Леончик. Блин, на миду драка, я тут фармлю. Меду драка, я тут фарм. Жаль, БКБшка будет, на даггер не хватает. Ладно, гоу пешком. Гоу пешком. Пойдите. Че боитесь? Го драться. Блин, жаль, нет. Тайгера. Был бы даггер. Блин, парни там тоже подрались. Такая офигенная драка была бы, если бы я там был. Сейчас даггер будет уже. Даггер на вич-докторе, это, конечно, новая мета будет. Все, я готов. Жесть. Дабби гуд чойс майн. Гоу поставим здесь, вардик агрессивный. Пойдем по топу. А что ты стоишь? А, я залагал. Я думаю, о чем мне герой стоит. Да хватит лагать, пол. Ну, пожалуйста. Все варды снимают. Криспи. А можно мне мои айтемы, пожалуйста, брат?
Не можешь понять, что у тебя там не собирается? Point booster купи. Да блин, не лагай, пожалуйста, еще время позднее. Вот Биби Криби. Дай мне дайгер. Есть. Ужас. Не знаю, интернет это или нет, но это дико бесит. Давайте гем возьмем еще. Гем хочу. Гем надо. Все варды снимают, да? Жесть. И он молодец, работает. Ну надо варды, нам без вардов не вариант идти. Женя байтить побежал, что ли? Первый врыв будет? Чё-то я парня не хилю. Надо хилить. Дал ему. А Макс, блин, стоит. И вижена нету, я не дамажу. Боже, что за фейл. Эх вы. Надо вижен, блин. Вижен надо. Жесть. Вот это, конечно, ультимейт сейчас был. Уже вижу, как в комментариях пишут. Рак. Жесть. Блин, чё кура там висит? Парни. Не могу ульт нормальный поставить. БКБ зажал и типа все. И... гем надо и опсы надо, блин. Пойнтбустер купил таки. Снайпер. Все-таки, как я сказал, пойнтбустера не хватает ему. Хорошо. Ульт, в принципе, быстро кдшится. 26 секунд уже. Вот так вот сделаем. Гоу. Дайте, блин. Все там, блин, там этот снайпер все никак не разберется с слотами со своими. Блин, там такое мясо. Мне главное акс, чтобы не влетал, иначе вся комбинация обосрется. Смотрите, гоуст купил. Ах ты, крысеныш. А потом тяжело будет. Рики без диффузика. Гайдик на Рики надо посмотреть, братик. Оп, 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 оп. Снайперская ади, это хорошо. Потная катка. Нужно будет глиммер менять на нектарин какой-нибудь. Будет пушка. Женя зацепил. Попал, да, в тайминг. Ничего страшного. Сюда варник дефолтный. Аксик на низу. Снайпер подфармливает. Нам надо акса бояться. Мне надо акса бояться. Привет, кус. Блин, догон бы сделать, да, парни? О. Так, в сторонке стоит. И Акс бежит. Что ты хочешь? Алёшка, ты прогулял свое время. Ты прогулял свое время, бро. Ах, нету. Ультанул бы снайп, сразу напряг бы. Ты шо команде не помогаешь? Он меня просто ждет на аксе, чел. Все, акторин сделаем, ребят, сейчас. Чтоб быстрее кдшилось. Мат? Шо мат? Шах и мат. Так, нужно не дефолтные варды, ребят. Вот такие. Так, сотрячок есть. Сюда.
8 секунд. Сларк. Выпрыгнул. Ну, я мог бы прыгнуть, заагрессировать. Но не хочу. У нас тут трое. Да, бегу, Чольцман. Боже, кайфую с этого геймплея, это жесть. Такая интрижка, как я ульту поставлю, все зависит от этого. Вот, Вибик Рейбен. Снайпер пусть настреливает, я засейвлю, если что. У меня глиммер есть. Как я тут скинул глиммер, но было поздновато. Иком боком. Иком боком. О, начался файт. Пошло дело. Все, отменили. Хорошо, не буду каски сливать. Просто с руки бьем. На ТП он не войдет. Так, делаем. Держи, бро. Хилю. Не хилю. Не захилил. Боже, как я долго в этой теме всей нахожусь. Ой-ой-ой, заагрил. Бра, держи, есть. Есть хилочек, брат. Боже, как мы тут кидаемся, у нас реки нету в тиме. Сейчас октарин сделаем, или, блин, рефреш сделать. Рефреш, наверное. Рефреш, блин, октарин и рефреш хочется, конечно же, сделать. Глиммер надо будет продать. Купол хорошо заходит под этого героя. Я Б. Я Б, маны, нет. О, брат, базу. Да, бегу, чойс, ман. Октарин сейчас сделаем. Че у нас? Energy Booster есть у нас. Сейчас возьмем Point, Vitality и Mystic. Поехало. Жесть, конечно, в драках тяжело. Почти на Mystic хватает. Вот этих крипов заберем, сейчас и хватит. Давай-давай. Хорошо, есть у нас Октарин. Ознингу. Женя вон покупает у нас. Центрики надо. What we be creepy? Все, разбираем. Печалька, надо так вкладывать. Оп, хорошо. Эй, Вася. Отлично. Все, есть. Го. Так, тревела и акторинчик надо нам еще будет вместо глиммера, ребят. Вместо глиммера. Боже, какая потная на самом деле игра. Да, вместе. Рики, го. Вместе. Драка. Снайп на базу. Чойсман. Будет 80, а так будет 50 секунд КД. Каждые 50 секунд можно будет ультовать. Короче, мы только перед ХГ подеремся, и опять можно будет подраться. Когда уже на хайграунде будем. Тут есть... Центрики, это радует, это мои по центрике еще стоят. Не буду подставляться, пусть парни дерутся. Мне нужно ульт хороший поставить просто. Стороночки как-нибудь бы, блин. Ну, мув хороший надо, прям такой врывчик. Прям, чтобы дэмэджа очень много будет от меня. Прям куйма дэмэджа. Вот Виби Криби. Оп, закидываем. Вард стоит, они вот этот вард не знают, что там есть. Надо такой же вард на ХГ к ним поставить. Это будет пушкой. Снайпер запушит. Аккуратненько будем ставить стороночки. И все. На Рике забайтится сейчас. Хорошо. Так, минус корабль. Так, меняем позицию. Типа я стоял на топе, сейчас буду стоять на низу. Типа они знали, что я тут. Сейчас ночь, самое классное заходить на хайграунд. Единственное, только снайпер не пользуется всем преимуществом.
всех промах. Снайпер единственное, слепошара. Не увидит ничего. У нас на топе еще крипы подходит. О, Аксевич. Оп, закинул в него. Души его. Хорошо. Снайп. Еще живет, да? Отлично. Блин, я так и не ультанул тут. Ункич подох. Так и не ультанул. Не могу ультануть, они все расходятся, они понимают, насколько я ценный. Придется ультовать в двух-трех. Акс пытается меня находить. Блин. Далековато ребята держатся от меня, конечно. Ну а что делать? Это я от них далеко держусь. Там Кунка танчит. О, как я его поймал. Оу, сейчас меня поймает, кажись. Иге. Застрелено. Жесть. Под колодцем можно будет, может, ультануть. Только сентри надо будет поставить. Рили под колодцем можно будет. Опа. Я прыгну, если что. Берись. Скар. Блин, так ни разу и не ультанул качественно, ребят. Реально, ну потому что варианта нету вообще. Так не подставляются, вообще не подставляются. Жесть. Пипец просто. Пацаны, аккуратничать тоже очень. Проем четвером, они даже не стоят. Там еще два инвиза. Плохо. Так, ну это минус хуск по ходу. Печалька. Ну нас четверо с самого начала. В принципе, нормально будет. В принципе, нормально будет. Печалька. Ладно, go kick. Дерется. Оп. Хилю. Молочинка. Байтим. Держи. А что, в инвиз не уходишь? А, все, ушел. Блин, видите, вот просто там три инвиза получается, да? Или сколько? СК плюс... Да что такое? Вы серьезно? Интернет кончился у них, что ли? Господи. По очереди просто. Хакер, ну да, сижу тут, колдую с бубнами, сижу, дун-дун-дун. Блин, ни разу так и не ультанул, хочу, блин. Эх, печалька. Где мой тревел? Колодцы лунный душем. Вижу надо. Пацанов, странно, что он лагает, блин, типа, ну, у нас Тини также лагал, кстати. Ребят, что-то последнее время с айкапом какие-то проблемы, на самом деле, не знаю. У меня тоже бывает подлагивает, я не знаю, от чего это зависит, конечно, но это очень дико напрягает. Потому что, блин, ну, вот эти лаги, они рили такие, ну, так себе. О, вот он ультимейт двоих, да, одного. Сан Кинг здоровый какой. Ля, душиловка пошла. Акс сбил-таки. Сбил-таки. Душу. Душу. Хорошо. Эх. Шкири. Душу с руки. Ля, что с хуском делаю? Это ультракил. Не, ну Акс не даст.
Креветка еще. Ля, нет. Да, задушили, да, таки? Меня спасет только чудо в такой ситуации. 3C. Так напишем. Жалко. Жалко, конечно. Так, ну что, 3К сверху. Жесть. 3К сверху. Криси, конечно. Можете Криси. Эрики вообще не играют. Блин, ну тут по сути мы 3 на 5 играем. 3 на 5 играем. Блин, рефреш может сделать вместо глимера. С рефрешем, типа, блин, можно будет 2 ульта, 2 БКБ. Если вдруг Акс собьет, я смогу еще раз сказать, давайте сделаем. Почему нет, попробуем. Это просто жесть какая-то, дичь. Сейчас подфармим Акса, наверное, через ульт. У нас ульт быстро все равно кдешится. Варды стоят, имбалансные варды. Молодец. Кунка ставит, варды отличные. С Акса за душем. Акс, видите, агры пробивает, блин, тоже напряжно. Рикимар у нас в кастит стоит. Сейчас сделаем. Раз, два, три, четыре. И остается 1800 ресипи. Отлично. Просто пушечно. Акс на топе фармит. Кунка идет на топ. Хорошо. Буриза, просто буриза. Глиммер Кейт, там Аркана. Хорошо, транквил нету. Типа, ну, забавно выглядит, конечно. А, с тревелом у меня кура умерла, да? Чалька. Сколько там? 1900. У меня с тревелом кура умерла, оказывается. Ждем куру. Что на миду файты какие-то. А еще Санкин, кстати, такой жирный. По нему хаос демедж что-то ни хрена, ч ни хрена. Подожди, стой. Рушим. МГГ тут. О, он большая. Танкинговица. Подхилю. Тревел сейчас будет. Мне надо дофармить чуть-чуть. Есипи мой. Транквилы. Сколько там? 900. Косарик надо набить, да? Косарик надо набить. Хорошо. Энджентов колотить, окей. Блин, ВДФ керри, интересно, смешная будет тема или нет? Типа через первый... А, подожди, а как? Через первый, второй. Было пушкой, конечно, было. Блин, в него промахиваюсь просто. В итоге умер с этого. Хорошо. Кого есть рефреш? Жесть, что сейчас будет? Надеюсь, это не оправдает, так сказать, ожидание реальность такой. Не будет такого видосика ожидания реальность. Потому что, типа, ну, рили. Потому что хочется прям контент. Оп. А можно тревел? А почему не собирались, я так и не понял. А, сапог же не мой получается, да? Логично. Боже, 6-слотовый вич-доктор. Сколько у меня? У меня больше слотов было. Эх ты. У меня быстро кдешится. 60 минут. О. Придется жать. Сбил таки. Не, герой не слушается. Посмотрите, видели, какая задержка. Сам что, 100 лата, что ли? Блин, не спасает меня БКБ, а такса, блин, жесть как. Эх. Спивает агры, конечно, жестко. Танкем. Снайпа. Ой, с ХГ расстрел такой. Да-да-да-да-да.
Так, ну что, ладно, собираемся с командой. Если честно, я думал, сейчас тут такой разнос будет, потому что я нахожусь под Блэкинг Баром. И типа, ну, он все равно хейтер. Ларк жирненький уже. Тяжелая катка. А, у них же еще Хускар вышел. Хорошо, ну 4 на 4 игра. 11 секунд моего реса. Блин, детекшена не будет хватать на Сларка, конечно. Хейтер. У меня уже почти все откадешилось. То есть, по кайфу Октарин. Ля, кто там дерется? Рикимару ГГ. Рикимару руинер. Она факашит всю катку. О, потная катка. Детекшн надо. А у нас один центре всего. Если меня законтрят, не ГГ, в принципе. Блин, а может, блин, догон вообще сделать? Сюда меня докопается. Там еще, если сейчас абиссалы пойдут, тогда вообще ГГ, я не смогу ультовать. В принципе. Это будет GG. What we be creepy? What we be creepy? No. СГГ, больно. Больно уби. Прыгнуть бы, блин, задушить бы как. Жалко, блин, нету. Ультуем. Поехала первая ультимейтка. Ух, как душится-то. 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 Дайте рэмпэдж мне. Дай, дай. Дай, дай, дай. Мужчина просто. Ух, мужчина, мужчина, мужчина. Мужчина просто. Вот она, подарил. Подарил он. Ну молодцы, блин, истинный фан. Жесть. А, неплохо. Жесть, но рефреш все-таки втащил и рампашку сделали. Рампашку, братцы, сделали. Ну блин, это просто пушка. Прям по кайфу. Прям по кайфу. Жесть. ВП. 9 секунд реста, парни. ГГ. Ребят, ну вот такая вот каточка на Вич-докторе. Надеюсь, вам понравилось. Сейчас вот этот файт, конечно, это просто... Блин, я не знаю, у меня прям аж эмоции. Вот, я думаю, вы прочувствовали этот момент. Ребят, обязательно поставьте лайк, если вам понравился хотя бы этот ремпейдж. Я очень редко прошу лайки, так чтобы именно за вот что-то, за какие-то действия, но тут реально красиво. Думаю, в реализации Вич-доктор вам более чем понятен. Четвертая позиция, выходящая в такого кора, потому что у нас ситуация, у нас вылетел Тини. Ребята все молодцы, хорошо сыграли, жалко, что Тини нас покинул. Рикимару немного афкашил, мне понравилось, как снайпер сыграл, несмотря на то, что снайпер здесь не в мете, но тем не менее он сыграл более чем достойно. Ну и, конечно же, парни, которые ВС сыграли, есть, конечно, ну, подфидели, да, ну, не все профессионалы, но я думал, они могли камбэкнуть. Но тем не менее, мы задушили, прям как мужчины. Так что, ребят, все молодцы, кто сыграл, и, в принципе... Поехали далее. Следующая катка. Попробуем БД в керри. Боже, какие-нибудь через дезоляторы, да, наверное, что-нибудь такое. И, в принципе, все. Поехали.
Так, ну что, поехала у нас секондовая, ребятки, каточка. Сейчас накажем. Сейчас накажем. Поехала. Урсамид. После там чё, у нас там вокеры, да? Ля, маледикт. Маледикт. Я там уже пришел, чудик. Блин, жесть, там понапик, а сейчас будет душить. Обоссались парни, походу. Вот это наш клиент уже. Души, души. Задушено. Все, Урса, я мид. Поё ФБ. Я мид. Как? Как ты это сделаешь? О, аппаратус у нас на топе. Товарищ аппарат. О, там химик, это хорошо. Так, что мы берем колечко? Мы так, как мы будем выходить в керри, скорее всего, тут будем еще делать что-то типа Мидасиуса. Мидасиуса. Оп. Хорошо, добиваем. Линию нам аппарат по-любому оставит. Оп. Души крепочков. Туби Гойсман, как там говорить. Тоже торжачно. У него прикольная озвучка у Вич-доктора. Мне нравится очень. На инглише. Даби Гу Чойсман, говорит. Даби Гу Чойсман. Оп, хорошо. Так, вилку сделали. Нужен будет тут сапожок. Хотя, надо, наверное, сапожок сначала. Сапожок бы сначала. А ты чё меня бьешь? Крепочек. Алздинго. О, сапожок. Нужно будет тут бегать по линии, потому что у химика цидами спамит. Ого, Эй, куда пошли? Для крипы крысы, конечно. Крипы, крысы у нас. Мы же крипы просто проигнорили. Крипы проигнорили, просто пошли по своим делам там. Оп. 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 Оп, хорошо. Крепочек. Крип, крепочек. Хорошо, зафидели, зафармили. Убили Варкрафта какого-то. Попробуем заблост хитить, не получится. Дед добьет. Как обычно, деды фармят, ребятки. Не забывайте, что... Ой-ой-ой, а тут, блин, конечно, плохо будет по таврам. Сейчас много крипов засуицидится, конечно. Хрен добьешь. Оп. Оп, отлично. Так, сапожки у нас есть.
Химик сейчас собьет, надо отойти. Ах, блин, сбил таки. Так. Ждем. Эх, не добью. Оп. 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 Эх, не добил. Так, гоу. Аквилка есть. Вот так вот, вот так вот. И хилка. Хилка, аквилка. Хорошо. Хорошо. Тавр, дай, пожалуйста, добить крипа. Спасибо тебе большое, уважаемый Тавр. Блин, конечно, ацит сильно напрягает. Хорошо, что есть хилочка. Можно со спины сейчас. Сейчас. Let's go. Let's go. Линию сильно не пушим. Сразу же обратно линию подкидываем. Так, ну сделаем фейзы и, наверное, в мидас выходить будем. И с мидасом овнить надо, братцы. Хорошо, есть фейзы. Блин, ну линия все равно запушилась, да, братцы? Калька, ну давайте хоть максимально попробуем что-то откинуть. Что можем? Оп. 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 Химик пришел. Хорошо. Ну так вот. Так, у нас есть ульт. Это очень хорошо, можно на нитков подбайтить. Дать им армора. Вот так вот маледикт. И алхимика. Он умрет. Даже это классно. Я не знаю, я кайфую с этого героя. Прям этот герой. Такой комбинации. Блин, да вот ему в керри даже ну не нужно выходить. Настолько простой герой. Маледикт, ультимейт. Хорошо. Лесую. Дальше. Дальше будем собирать Медасиус. Вообще манку бы нам принести еще дополнительно. Две маны принесем. Дополнительно две манки. А, все, без Б. Эх. Окей, так, Маледиктович есть. Я дальше фармить тут буду. Пусть ребята гангают, там работают, потеют. А мы, так сказать, по фану. Гоу. Включим. Базилу Аквилович. Так, Куру сольет с айтемами. Куру с айтемами сольет. Курса. Ну, я лучше ее отреюзаю, чтобы она на базу улетела. А, на ульт не хватает. Хорошо. Отлично. Так, хорошо. Почти есть Медасиус. Сделаем Медасиус и начнем. Душительную программу нашу делать. Не знаю, чем. Первым, наверное, молнию соберем, братцы. Блин, там, смотрите, омник еще, дефуз бы какой-нибудь, да? Было бы хорошо. И химик на топе, он пойдет, наверное, на руну. Ребята, что если мы его тут подождем руну и загасим алхимика? Я думаю, это заработает у нас неплохо. Думаю, сработает у нас это неплохо. Да, вот он идет уже. Гоу. Маледикт. Ультимейт. Сдохни до руны. Хорош. Отлично. ЗБ. МХ, говорит. Он там стакает все, кстати. Можем с касками пойти забрать. Медасик есть, парни. Гоу.
Сейчас мы эту линию толкнем немного. Быстренько толкаем линию и идем на стаке алхимика. Надо Мидас ждать. Быстрее. Ах ты алхимик такой. А ну-ка. Я его убью, если с руки буду убивать его. У него 6-го левела нету. Дайте мне Мидас, парни, плиз. Дайте. Куру. Эза. Ляша пишет, извращенец. Прикиньте. Так, ну давайте, наверное, кентавра закинем в одного Мидасиус. Урбалга мы убьем, а же он лох хоповый. Вот этого мы трансмутим. И душим крипов тут. Сделаю это немедленно. Жесть, как душат, да? Гоуманку чуть восстановим, каски потратим и сходим на базу, братцы. 140 маны надо. Что ты хочешь от меня? Вращенец. Гоу, на руну пойдем. Только единственная проблема в том, что мы можем сейчас спалиться, инвокер может нас забрать со страйка. Аккуратно. Есть инвокер АФК там. Типа идем на монетку. О, подходим. И опять. Хорошо. Оу, восхилимся немножко. Восхилимся. Жесть, как я выразился. Восхилимся немножко. Восхилимся. Хилка первого левела, найс, и хилит, в принципе. Пойдет. Мана не сильно тратится, и хил есть. Гоу. Лотер Сейдж первым артефактом будет у нас. Конечно же. Не молнию, а Лотер Сейдж. Хотя давайте вот так вот сделаем. Запутаем наших оппонентов, там линию отвели, мы запушим тавер. Хотя тут так легко алхимика принимать прям на этой линии, я не знаю. Подстопить тиммейта, чтобы он... А, как я подстоплю, если он в инвизе? Чтобы задушить. Оп, хорошо. Ля. Yes. Душу. Хоть 11 левел есть, у нас есть хороший ультимейт. Там в лесу, ага, 3 на низу, да? Давайте мы Т2 пойдем тогда, аккуратно. С какой-то размен сделаем. От мартретки МКБ надо, парни. Топ, задушим пока. То есть, как я пушу. Урса там, нифига там урса заряжены. У них там тоже мартретка. Этот какой-то Дими пришел. О, с талисманом я не смогу зайти в инвиз. Душим руку. Вот тут вот свою. Хорошо, запинываем. О, есть, кстати, Лотер Сейдж. Это отлично. Вот этот вар, кстати, руинерский. О, на мид. Ребята тоже дерутся, надо тоже драться. Блин, хочется драться. С руки причем. Так, есть у меня Лотер Сейдж. Хорошо.
Голтешку. Да, Фуриона душить прыгнул сразу. Я так далеко не пойду. Тавр буду бить. Хорошо. Как насчет прогулочки в лесочек? Или нет? Давайте пойдем. Ну, там сейчас Урс ульт кончится, это ГГ ему будет. А ему ГГ. Его подхилил чел. С руки убиваю. Жесть. И с ультой врываешься, братан. Расслабься. Расслабься. Расслабься, бро. Расслабься и получай удовольствие. У меня почти есть молния. О, молния почти есть. Что у нас там еще остается до молнии? Там 700 золота, копеечки, да? Сейчас забудем. Лесочки добьем. Это ржачный, конечно, герой. Керри, сейчас омник, пока будет под репелом бегать, я его с руки буду душить. Хорошо. 400 золота остается. А там Марита душит. А там не выживет курса. А он на него репел повесил случайно, походу. Чаем хил. Так, гоу, руну прочекаем. Надеюсь, мы тут не сдохнем от санстрайка. А, монетка. Все, покупаем молнию. Оп, мансуем, типа, от санстрайка. И уходим сюда. Оп, и тут мансуем. Все, найс. Мансили. Надо под БХ, под треками работать, ребятки. Надо под треками работать. Что там осталось? 10 секунд, да? Закинем фурбо... Ой, фурболга. Вилкина. 5 секунд. 4-3-2-1. Гоу. Есть. На пешо. Забыха там бегает. Взорван. Просто взорван. Так, одну манку кидаем. Это на базу и ТПшечка. Let's go. ТПшечка, let's go. Go-go-go, душить туда. Злого мишку нашего обижают. Мы сейчас как с руки надамажим. Сейчас идем с руки в засаду. Идем с руки в засаду. Проклятием не попал. Прикиньте. Если бы попал. Если бы попал. Печаль. С руки бить его просто. Куда? Домой. Санстрайк будет. Задушено. Хорошо. Го МКБ. Го МКБ задушим.
Фига там Мурс. Душит. Злой Урса какой-то. Эй, Вихаби, да? С руки убиваю. Задушил. Ля, задушено, когда, братцы? Гоу, задушим пацана. Да, гоуст. Новая мета. Новая мета, рили. Я вам отвечаю, это новая мета. Новая мета в ВД-керри. Сейчас возьмем МКБ, сделаем, братцы, еще будет вам новая мета. Когда выйдет? Уже скоро. Уже скоро. Уже скоро выйдет. Так, что там, Мидас будет, да, сейчас? Почти есть МКБшка. О, побежали за рункой. Курочка, кстати, наша тоже. Курочка тоже наша, конечно. Стринг. Я бы так какой-то срынг, что ли, или что такое. Так, почти есть МКБ, а Мариту будем душить с руки. Сейчас. Пойдем добьем айтемы. С один Урса только фидер. Урса фидер. Сколько раз умер Урса? 5 раз. Да. А-ля фидер. Фидер. Там БКБ. Жестко. 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 Пойдем Мариту душить. Бом. Бому Мартретки. Она меня не убьет, в принципе, не должна. Еще Аега у нас есть. Стандартный. Стандартный омник. Так, почти МКБ есть. МКБ почти. Антон отвечает. Не знает, сам не знает, что это значит, и пишет. Отвечаю. Классика жанра. Жалко, ТПшки нету. И давайте уже аквилку продадим. Внизу фарм соберем. Но на ребята нас там овнят. Мы, блин, можем и одеться на треках жестко. Жестко на треках можем одеться. Слушая нормальные треки. Хорошо. Тоже МКБ сейчас будет. Почти. Вокер там вообще сол бустеров начал каких-то. Point бустер, сол бустер. Вообще не знаю, что там. Что жесткое имбаланс. На новую мету показывает. Хорошо, есть МКБ. Кто там? Марита. Есть МКБшка у меня. Против Мортра МКБ, конечно. Это жестко. Так, а тут у нас, походу, этот парень. На Курионе фармит. Аккуратно надо. Я ищу, да, ты знаешь, кого я ищу. Странно, я не думал, что ты тут фармишь просто. Ну ты вард, наверное, поставил тут по-любому. Поэтому тут тебя и нету. Так заморачиваться я не хочу прям. Гоу мид. Есть у нас МКБ. Ждем. Ждем. Скоро что-то там никак решить не могут. У меня бы уже МКБ прилетел.
Я бы уже прилетела. Так, что у нас там есть еще? Окей, джавелины. Тащим себе. Да, жесткий Один какой-то, блин. Сроки тоже хочется что-то пандавать. Урса у нас 17 фрагов. У меня 10, 7. Аппарат. 5. БХ. Давайте ждем тогда МКБ и поехали драться. Что делать? Можно еще сделать масочку себе. Для отхила. Го, масочку еще купим. Урона много, ХП мало, еще отхиливаться будет. Есть. Гоу там на меду драка начала. Урса там заряженный бегает. Разноцветный просто, смотрите, новогодняя елочка. Елочка новогодняя. Найс, мэджиком накидали ему. Ему ГГ там. ГГ. Было бы МКБ, было бы пущий эффект. Эффект был бы пущий. Марита. Да дальше я не пойду, типа, на ХГ туда. О. О, не, не о. Что значит это слово, ребята? Очень мне нравится это слово. Шара. Вот это вот. Плохое, наверное, какое-нибудь слово, да? Тоже. Есть у меня маны, конечно. Смотрите на мои айтемы, это такой, такой трэш. Боже, просто душим Мариту. Задушено. Да, МКБшка есть. Go, go, go. Серьезно? Не надо. Ладно, go. Жесть. Новая мета, пацаны. ВД керри. Все думают, что ты слабенький и ни хрена не дамажишь, но на самом деле ты жестко душишь. Эх, ГГ, химосик, химосик. Да, ну сдох я таки. Печалька. ВД керри, парни. ВД керри. Чумо. Чумо. Боже, это просто рафлан катка какая-то, я не знаю. Чумо. Чумо. Боже. Я Фуриона просто как этого, не знаю, как крипа какого-то убиваю. А так спида бы еще побольше, чтобы... было прям поконкретнее. Чтобы можно было тык-тык-тык-тык-тык. Убейте Баунти Хантера, пожалуйста. Он же крипочек. Да, дастов нет. У меня мартретка жопится на дасты, да? Ульт аппаратуса. А, видно ж. Someone cover need a doctor? Йоу, магазик. Все, ГГ что ли, наигрались, пацаны? Один фастфиниш остался, по-моему, от инвокера. И ГГшка. Алхимик там радиенс почти сделал. Сейчас дофармим тут. Ля, а чё кура сюда летела? Жесть. У нас ещё остается так, молния есть у нас. Доминатор. И чё-нибудь в жир еще. Ну, скайди дефолтно, наверное. Ну, тут МКБ жесть как надо. Или, блин, бурезу хочется, реально. Не знаю почему. Бурезу хочется. Бурезу хочется. И он закрыл. Давай, побежали. Побежали. ХПшку сделать.
Хорошо, сейчас будет атак спид пожирнее. Еее, гоу. Ждем. Молнию и поехала. Мартретку с руки убивать будем. Вокер там, кстати, молодец, тоже правильно что-то делает. Собирается, артефакты какие-то имеет. О, Хекс. Как Азес учил. Как Азес учил, Хекс купил. Я лесочек подфармить хочу. Масочка есть, сейчас доминатор выйдем. Душить будем. Ля, Урсу там душат. Давай, давай, масочку там, не масочку. Пойдем душить. Нанизу крипов, смотрите сколько. Блин, я хочу сильвер сделать, потому что сильвер очень сильно КД уменьшает. Это только 28, а так очень мало. Жесть. Я возьму. Бегу. О, сырочек возьмем. О, Мидас-то зачем продавать? Давайте сделаем так, сыр положим сейчас. Просто себе. Сюда Мидас. Сюда сырок. Все. И курочку можно повесить где-нибудь тут. Гоу доминатор. Масочку, наверное. Кого-нибудь крипа какой-нибудь возьмем? Волка. А, не, волка нету. Жесть, что пишут пацаны? Я не понимаю, что они пишут, но они, я знаю, что это жесткие маты какие-то. На КЗ УЗ там. Ребятки. Дают, конечно. Жестко. По низу. Чё бы волка найти бы, да? Да, душат там. Все, Урсу. Душите Урсу. О, БКБ нажал. Хорошо. Там беготня началась. Оу, я бегу. Душить с руки бегу. Мариту хочу. С МКБшки. Оп, Мидасиус закинем сейчас. Гоу, Мидасиус закинем. Да, Мариту просто изничтожил я. Это жестко. Хорошо. Он на Мидасиус закидывать. Что там происходит? Фид-контора? Ля вы фидеры, а-ля фидерс. А ЕГА есть, а ЕГИ нет, это плохо. А-ля фидерс, а не Тима. Лотар не будем сливать. И сюда. Боится он там. Воспользуйтесь читингом. Же реально, это так хорошо. Жесть. Шкерри не так интересно. Блин, хотя тоже интересно, но все равно. Так, Мидас есть. Гоу крит. Гоу крит. Гоу крит. Так, восстанавливаем ману себе. Идем, ждем. Опа, иди сюда. Иди сюда. Ты куда? Эх ты. О, алхимик. Гоу.
вот эту тему. Есть, иди сюда. Че ВД делает, вы видели? Или что ВД делает? ВД... Такой на месте. Жесть, мартритку, конечно. Мартритку убиваем. Так, где мой... где моя буреза? Дайте мне буризу. Дайте мне мою буризу. Они в трон пошли. Не, оно так не пойдет, ребят. Да куку В нажми, ты что ты, блин, стоишь? Куку В убегает. Там нет аж никакого детекшена. Таблетки. Жесть. Так, я готов душить. Вич-доктор Керри готов. Блин, хочу волка найти. 300 урона с руки хочу. Блин, они сейчас там просто драки выиграют и все. Ля, душа, ля, душа. Дай. И газуй. Урса задушил. И газуй, Урса. А, МКБ Урса есть, да? С МКБ есть. Молодец, быстро оделся тоже. Странно, почему я левела выше, чем он. Странно. Так, дай Урси по лицу на инвоке. Го душить под колодец. Не дал рампагу. Виз зашел. Но не дадут. Но вот такая керикатка, не знаю. Такое себе. Крит полетел. Моя очередь. Вот так вот надо. Не то, что там Урса какой-то. Ребят, ну такая керри-катка, не знаю, безбашенная. Реально, неплохо выфармили. Урса молодец, отлично сыграл. Да и в целом, тут, блин, БХ все, в принципе, сделал. СТшки у нас тоже хорошие, наверное. Тут я не знаю, какие. СТшка 9600. Ну, пойдет, в принципе, для 35-й. Ну, и в целом все, отсаппортили, все молодцы, ребят. Вот такая керри-катка, убивали мартретку бедного алхимика. Ну, думаю, в целом вам катка должна понравиться. Вот такой конечный у нас получился билд. Ну и, конечно же, спасибо всем, кто, ребят, смотрит мои видосы, кто подписывается на канал и ставит лайк. И если вы ждете какой-то определенный свой гайд, подписывайтесь на канал и рели ждите, потому что гайды будут на всех героях. Но я уже очень много гайдов сделал, уже больше половины. Я уже 90 гайдов где-то, вот где-то около 90 гайдов сделал. Поэтому, ребят, заходите, смотрите. И просто узнавайте что-то новое. Вот такая катка, это керри, это фан-катка, чисто only fun. Это не серьезная катка, а прошлая катка была серьезная. Поэтому, друзья, все, с вами был Ксеназос, и до скорого.